ostatnim. Автоваз открыл свой филиал в Китае. Как вам тут работается? Хорошо. Зависит. Я патриот. Я люблю березки, я люблю красивые речки. Я вообще люблю всю нашу необъятную родину. Я просто ненавижу тех, кто ее населяет. Кажется, никто из вас не понял. Не меня с вами заперли. Это вас заперли со мной! If there was a possibility it could be better, they rewrote it. And it took forever. I mean, they were tireless. Это Россиюшка, хлебная корочка, иконка на полочке, и корка под водочку. Вот только вот эти лопатые фарки, блядь, и съебались нахуй. И ему, говорю, блядь, сука, серьезно? Наши деньги? На, серьезно, ты не верил. Что мы говорим Богу смерти? Давно пора, хули ты так долго? Гранаты их остановят. Ой, почти. Почти остановят. Почти граната. Держись! Что? Ух ты ж, блядь! Что, просто ей позвонить? Да, просто позвони. Сука ебаный! Тебя сожрет, блядь! Нахуй ты! Блядь! Сука! Пришли, короче, гости тут, нахуй.
И ему просто говоришь, нахуй, пошли отсюда! Пошли нахуй! Убери, я сказал, люди, люди! Спасите, спасите! Кем-то вы, мисс Смит? Это всего лишь мой кузен, миссис Фицпатрик. Он пришел, чтобы... Чтобы упасть со мной в омут страсти. Эй, Эрл! Эй, Крабмен! Эй, Эрл! Эй, Крабмен! Эй, Эрл! Эй, Крабмен! Они рождаются, растут в грязи, где... О чем всегда думают женщины? Неужели это... Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Не хочу учиться. Не хочу учиться. С выражением. Не хочу учиться. Да фигня какая-то. А может лучше в дотку? А? Окей, попробуем немного сократить. Они немного болтают, приходит оружейное святого рыцаря, он дает им пизды, он не дает им пизды, он очень хочет дать им пизды, Элизабет плачет, Мелиуда сдает всем пизды. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран! Все не то, все не так. I ain't petty player, we buy the whole thing. Как же так, все у нас. What a lovely houseplant. Who brought the marshmallows? 'Cause I'm bringing the fire. Похоже на гигантский хунь. Не отвлекайся. Я засмотрелся на громад... Елды, что? Чего это? Свой закончу в огне, но я неплохой человек. Ведь каждый хочет в толпе увидеть то, чего нет, узреть воочию грех, и пусть там без почвы. Точка, блядь. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. А ну хули так мало, урод, блядь, ты. Уёба. Иди нахуй, пидор, блядь. Отсосать у того бомжа за волшебные бобы. Он сказал, что он волшебник. Шш. Да мы же просто сиквел Викинга снимали. У нас даже армия не настоящая была. Нахрена ты сюда с подписчиками-то нагрянул? Решил провести сходку с пользой. Женя, не надо!